Здравствуйте. Федеральный бюджет выделит Орловской области 312 миллионов рублей. Распоряжение о распределении федеральных дотаций между регионами на обеспечение сбалансированности местных бюджетов подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Всего из федерального бюджета региона в 2016 году будет выделено более 20 миллиардов рублей. Средства распределят между 44 регионами. Крупной суммой в 29 миллионов рублей был оценен ущерб, причиненный Орловской земле в 2016 году. О выявленных нарушениях сообщило региональное управление Россельхознадзора. В первом полугодии 2016 года специалистами управления на территории Орловской области выявлено 23 нарушения с нанесением вреда почвам на площади 3,9 гектара. Основная доля правонарушений, связанных с повреждением почвенного покрова на территории Орловской области, выявляется при строительстве и реконструкции линейных объектов. Это такие объекты – газопроводы, дороги, нефтепроводы. Виновных в общей сложности оштрафовали на 318 тысяч рублей. Кроме того, им придется возместить причиненный ущерб. Миллионные суммы пополнили казну любителей полихачить на дорогах. Орловскими судебными приставами в этом полугодии за нарушение ПДД было взыскано 30 миллионов рублей. Это почти на 70% больше, чем за тот же период прошлого года. Всего же за 6 месяцев этого года судебные приставы в нашей области взыскали более 900 миллионов рублей. Немалую часть в этой сумме составляют и задолженности по алиментам. Сейчас, в настоящий момент, в Северном районном отделе находится 560 исполнительных производств взыскания алиментных платежей на содержание совершеннолетних детей, ну и также на содержание нетрудоспособных родителей. В отношении должников, которые уклоняются от уплаты алиментов, применяются принудительные меры. Также должники, которые имеют место получения дохода при наличии задолженности свыше 10 тысяч рублей, ежеквартально проводится проверка бухгалтерии о наличии и правильности удержания заработной платы и остатки задолженности по алиментам. А вот если говорить о федеральных масштабах, то здесь количество должников измеряется даже не в тысячах. Актуальной темой в период отпусков становится ограничение выезда за границу. Так, в первом полугодии число невыездных должников увеличилось более чем на 300 тысяч человек. Сейчас оно приблизилось к миллиону. В этом году было произведено более 200 тысяч арестов имущества. Взысканная сумма выросла на 50 миллиардов рублей. А на этом у меня все. Встретимся через неделю. We'll be right back.